Здравствуйте, мои дорогие подписчики и люди, которые меня смотрят. Сегодня мы находимся в маленьком старинном городочке Баден. Это несколько километров от центра Вены. До Бадена можно добраться на трамвае. Время прохождения поездки час. Также можно доехать через метро. Время поездки 20 минут. Вот сейчас я вам покажу. Мы стоим на маленькой площади. Здесь маленькие улочки, маленькие магазинчики, маленькие кафешки. Погода хорошая. Вы смотрите, ребята, какой памятник. Эти памятники стоят в каждом городочке. Это когда была чума, много людей умерло, и все должны были молиться. Молиться за людей. Также вот центральное кафе, маленькие улочки. Маленькие фонтанчики. Вот такой вот. В Вене, в центре Вене, около Штефенплаца тоже есть такой же. Фестамин. Старые. Сейчас мы пойдем. Продолжаем гулять дальше. Центральное здание. Ратхаус. Это как здание администрации. Маленькие улочки. Вы обратите внимание, как чисто, ребята. Как чисто. Сейчас максимум видео. Там какие живые скульптуры. Помашите тете ручкой. Вот такая вот, ребята, центральная улица Бадена. Вот ребята пришли в парк. Лазочки, цветочки. Вообще такая красота в Бадене. Каштаны молодые. Все в каштанах. Какая красота, ребята. Все сюда с Вены едут отдыхать. Улочки.
Да, красиво. Жара такая же и стоит. Вчера было 35 градусов. День. Ну, мы вчера только и приехали. Картины какие. Ну, как будто памятник с водичкой. Трикенвассер, можно попить водички. Это какие гостиницы красивые. Так что посетите Баден. Смотрите, ребята. Казино Бадена. Очень красиво. Картины такие. Чуть не понять, что это. Вообще за такое. Ой, как красиво, не могу. А воздух здесь, ребята, обалденный в Бадене. Пока есть огромные. И на Вайнахе до Новый год. Наряжает. Я здесь не была еще на Вайнахе, надо будет попробовать. Ну, уже в этом году останусь. Очень хорошо, как красота. Красота. Молодые каштаны, сколько много. Идем дальше. Здесь будет проходить, оказывается, выставка художников. Вот у них картины выставлены. Да. Космическая тема. Что смотрит, рассматривает. Фотографирует, я в этом ничего не понимаю. Это прекрасная Нандина. Вышла из моря. Да. Thank you.
Вот такой Баден. Будете в Вене, посетите Баден. Какие ели, смотрите, ребята. Высокие. Рядом гостиница. Все в цвета потопает. Мы еще наверх не ходили, в гору. Там Мундина. Да, вот гора, и на горе парк. Пойдем посмотрим этот памятник. Обратите внимание еще раз, мусора вообще нет. Вообще красота. И катается. Йозеф II. Кто такой этот? Йозеф. Садитесь, отдыхайте. Какая красота. Все чистота и порядок. Aber Lena, gehen wir da noch ein bisschen Tempel oben, Beethoven-Tempel, ne? Aber nicht ganz nach oben. Nein, nein. Es ist wahnsinnig heiß heute wieder. Eine wahnsinnige Hitze bei dir auch, siehst du? Какая вот, ребята, отель какой. Es kommt sehr gut. Ich habe heute eine Frau gesprochen, da wo wir da in dem Park bei den Bunkern waren. Und da, die hat auch gesagt, also der steht hier bis sonst vor der Sommer. Und der wird weg jetzt, ne? Ja. Naja, wie gesagt, irgendwann schießt es herum und alles. Ne? Ich wundere mich, dass ich jetzt telefonieren kann, weil ich war mir gar nicht sicher, ob das Telefon hat der Freund. Смотрите, ребята, какие пальмы. Разных сортов. И они не растут, и они привезены. Из... Ха-ха, Йогу. Ой, какая красота. Только посмотрите. Это раньше не было здесь. Какая красота. Вот такой здесь парк, ребята. Это надо наверх идти. Очень-очень. Но мы туда не пойдем. А здесь Бискин пройдем и все. Потому что ужасная жара. Это уже потом во второй серии. Здесь в этом парке собраны разные деревья со всех сортов мира, Это все вверх идти, по таким вот лестницам, ребята, в жару-то не очень интересно. Все в цветах. Ой, вообще красота, это вам, ребята, не передать. И там наверху есть смотровая площадка, которую виден весь город. Но я уже туда не поднимусь. Смотрите, какие. Ja, hat er ja kurzfristig gemacht, für 7 Jahre, ne?
Ёлка, интересно, пихта, что ли? Не, Österreich. Österreich ist in Österreich. И все здесь ухожено, и все здесь нету никакой соринки, мусоринки. Очень красиво, ребята. Очень ухожено. Да, я уже идти не могу. Вот горы впереди. Уже Альпы. Смотрите, куда надо подниматься, на самую макушку, верхушку. А что, в апреле я поднималась туда? Ничего, гуляли. Что это за ягодки такие? Не знаю, что это такое. Декоративное, наверное. Смотрите, там. Здесь вот такая вот беседочка такая. А может, туда не пойдем? Маник, ну все, цирюк. Ага, и там все дорожечки. Чем выше, и также идут дорожечки. И все они вот таким песочком засыпаны. Вот так вот, да. Красота. Очень красивая. Очень красиво, ребята. Красота, говорю, очень красивая. Ну вот, значит, красота очень красивая. Das hat sich ja angeboten, dass wir hier sind. Und ja, das ist schön. Vor allem die vielen alten Häuser hier, die schön restauriert sind. Nee, ich hatte da auch. Sind wenig neue Häuser im Verhältnis. Слишком жарко. Ну, какие растения. Ja, das ist 100 Wasser, 100 Wasserhaus. Ja, das ist das ist von dem Maler, 100 Wasser, der Maler. Du weißt eh, ne? Здесь идет ремонт. Ja, das ist nach wie vor. Ist sehr touristischer. Очень, если здесь гулять, то на часа три надо. Здесь везде, даже на высоте, вы сейчас просто не видите. Там еще выше оно идет, видите? Вниз там. Везде кругом лавочки. Лавочки везде кругом. Уставший путник может сесть и посидеть. Красиво. Снимает мужчина красоту. Ну все, ребята, до свидания, пока-пока. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал.